Доброе утро. Что болит? Кость. Кость болит? Господи. Такая молодая. Какие тебе кости могут болеть? Ладно, у нас с папкой. Ой-ой, все болит. Доброе утро всем. Всем привет. Мы чуть не проспали. Завтрака с 8:30. А я почему-то решила, что с 9 до 10. А он с 8:30 до 9:30. Время уже 9. А я думаю, разбужу детей 9:30, жалко будить. Пойдем тихонечко, сходим без 10. Алина пришла, она говорит, мама, а что мы проспали, наверное? Сегодня дождь обещают. Поэтому не знаю, как мы, что будем делать. Прохладно уже, плюс 20 где-то. Девчонкам сказали, что мы ушли? Да. Чтоб торопились. Такие цветочки красивые. А мы тут купаться с Викой не пойдем, да? А я не знаю, ну в бассейн-то, наверное, можно. Море, наверное, холодное. Сейчас пойдем завтракать. Я вчера молодец давала. Сразу уснула, и фея принесла Томочке денежку. Да. Да. Она сказала, Тома, я потрачу в Ладожской. Дома потратит. Ну, это навряд ли. У моих детей деньги в руках не держатся. Да, Женя? Что у них зубы не шатаются? Сегодня масло с колбаской. Манка. И еще сырочки. Это уже собирается. Не будешь кашу совсем? Тома. А девчонки тоже там начали. Да. Ну не будем. Это мы. Мам, можно в бассейн? В бассейн не покупаетесь? Да. Ну покупайтесь. Да. Что, вы что, просто лежите, ничего не делаете? Спим. Мы пошли на море с папой. Так, ключи оставим. Если хотите в бассейн, то тогда со взрослыми совсем. Мам, я залилка буду сегодня спать. Ну хорошо. Мам, ключи у себя оставляем. Мы сейчас в бассейн. Ключи мы оставим. Вчера мне фея не принесла денежку, а сегодня принесла. Да, мы уже сказали, что фея денежку. Мама, потом только заматывать. Бесполезно. Еще хуже. Да. Мы уже и скотч покупали. Ну что, пускай идут. Хотя навряд ли они смогут покупаться. Холодно. А мы пошли на море сходим. Без купальников, без ничего. Хотя я тут видела, тут все собрались. Ой, уже дождь идет. Обзвони им, не пойду, дождь уже начинает накрапывать. Видите, что с погодой? На улице 20 градусов. Но там в бассейне говорят. Нет, там такой ветер холодный, я даже на море не пошла. Ведь дождик накрапывает все равно. Так себе капелька. Так себе? Ну, понятно. Так, Сашенька, позови тут тебя. Алина нас уже идет заплетать. Хорошо. Давай я тебе заплету. Ой, выпендрюшка мелкая. Пойдем. Наталья пишет, что я без запятая. Без да? Ты без. Папа говорит, чтобы взяли. Свека в прошлый раз в жилете плавала. А мы жилет взяли, круги, так они лежат, никому не надо. Одни очки только постоянно в использовании. Все заплела Тома. Если Алина не разрешит две помады, я потом помаду растоплю, сюда положу, и будет помада. Растоплю. А можно из конфет сделать помаду шоколадную? Ну, понятно. Ну, пойдем, полотенце не забудьте теплое. А мама, ты только одно взяла теплое полотенце? Да. Дарина сразу отказалась. А знаешь, ты спали? Там с сивочкой. Ну. А сивочкой это купальник красивый.
Хорошо. Там много людей, кстати, в бассейне купаются. Вы будете сейчас как селедки в банке там болтаться. Ой, я еще прошел как раз. Нет, чуть-чуть капает все равно. Алина, пойдем там. Там быстрее. Да какая разница? А, я там туда буду. Ну ты побежишь. Мама, я знаю, что... Ой, на улице прохладно. Ну, я не пойду. Ну. Не, ну дождь не капает, мам. У меня со вчерашнего дня колени прям выворачивает. Я боюсь, что застужу их, совсем потом не смогу ходить. Паду, и тут никаких палок, ничего. Ты не можешь пораниться. Ну, хорошо, хорошо. Когда я упала, не поранилась. А ты никуда не ходишь, я сидишь в доме пойду. И не знаешь, какие качели тут? В номере, в доме, говорит. Ну, видите, как тут играть можно хорошо. Первый год мы приезжали, тут все в песке было. Сейчас плитку положили. Вообще хорошо стало. Нет, тут был, я помню, мы ходили еще просто так было. Первый год. Сейчас бассейн поставили, плиткой все заложили. Да. А, Саня уже добежала. Мам, в прошлый раз бассейн не было. Угу. Так, все, девчонок проводила. Тут есть дежурный, который смотрит за детьми. Угу. Куда вы пошли? В душ. Ножки с полосом умыли. Да, помыли. Теперь здравствуйте. Куда положим? Перед бассейном. Ага. Ну все, доченьки, давай. Ну что, девчонки, Алиш, легче стало, нет? Кого? Ну, девчонки учатся потихоньку. Ну да. А я плавать. Пошли дома. Да, молодец, поздравляю. Она пришла, Алиш, сказала. Скажи, я научилась. Давай. Ну. Мы с тобой вдвоем. Зайди за медведем. Тома на медведе кушает. Иди за медведем бегом. Чего так идешь? Устали ноги сидеть? Мы играли с ней вдвоем. Вы угадай, ну вот эти. В лобстера играли? Да, причем у нас валет. Все, мы пошли, а то опять мы там места, пойдем хотя бы места себе забьем. Прибегайте, доиграйте. Господи. Дариночка, пошли места займем. Да, пошли. Просто не хочется потом еще 40 минут стоять, ждать места. Сегодня с Алиной буду идти. Да, все хорошо. О, дождик перестал. Солнце появилось. У меня живот вылезли, люди ушли. А потому что надо было кушать. Манку не хочу, почему? То не хочу. Я почти все съела. Почти там осталось все. Немножко. Ну все, все, пойдем все кушать. Я сильно не хочу. А я не делаю. Мама вообще съела только кусочек хлеба. Ну, мамки вообще не притронулась. Поэтому все голодные. Ой, Саша, опять я то не ем, это не ем. Я ничего не буду есть. Суп пшеничный с пшеном. Нет, не пшено, что-то другое. Макароны с печенью и морковка по-корейски. И, по-моему, компот это, да? Ну все, приятного аппетита всем. Алинка так сосредоточена, сидит в телефоне. Алина, а мы тебя поймали, что ты целыми днями в телефоне. Девчонки жалуются, как мама забирает, у Дарины с Алиной тоже телефоны. А вы на себя жалуются? Они всего час сидят. Косячат, да, да, это конкретно, ну а что делать? Все, мы пошли обедать и дальше. Женя! Хитренькая такая, встала и пошла. Кто-то придет, еще кто-то заедет. Ой, Саня еще даже не приступала к еде, а. Все, я пошла, суп поела.
А я иду тебе просто макаронки. У меня еще Алина макаронки. Хорошо, все доешь. Будь умная хоть раз. А я вообще молодец. Ну, папины макароны доела и мамины макароны доела. Я съела целый. Молодец, молодец. Я голодала просто. Угу. Да, пошли на рынок, и да. Дождь пошел. Не знаю, как мы. Слышите, как барабанит? Хорошо. А девчонки в бассейне. Вчера вечером у нас там немножко колбаса, сыр, Вася уже проголодался. Поэтому все равно надо что-то покупать. 7 часов ужин. Ну, сейчас покажем немножко рынок здесь, вот, который около Малахита. Ну, сами не знаем, что мы хотим, просто. Просто погулять. Да. Посмотрим что-нибудь, может, и купим. Погодите, бассейн. Ой, и весь рынок кончился. Там дождик опять идет. Что, пойдем туда. Посмотреть. Это семена или? Пойдем. Вы себе шляпу не хотите? Чтобы на голову дождь не падал. Завтра вообще, по-моему, еще холоднее, да? Смотрел погоду на завтра. Знаете, когда перед тем, как ехать, я Вася говорю, давай до воскресенья побудем. Он, нет. Я сегодня говорю, какой ты молодец. А мы в торчали тут. Ни погоды, ни погоды. Куда? Куда ехать? Ну, до дома. Да что делать? Пошли потихоньку, подождем домой. Надо пакет купить, телефон пакет положить. Давай возьми. Лето-отель, он вообще огромный. Так, покажем. Вот разбогатеем, приедем туда отдыхать. А, папка? Да. Надо всегда думать о хорошем. Даже номер телефона есть. Да, вот, все, все. Мы теперь как разбогатеем, тут будем отдыхать. Что-то в последнее время в Оке не очень. Достал папку. Вай-фая нету, интернета нету. А ты думаешь, тут будет? Ближе к центру. Ну, по идее, свой Wi-Fi должен быть. Связи нету, плохо, да, вот, конечно. На, вообще. Мы там всякими всевозможными способами видео загружаем. Чтобы МТС тут хорошо ловит, нет? Не знаю. У меня МТС вообще не работает. Не работает? Да, у меня же есть МТС как-то. Я переключала и вообще по нулям. По-моему, я взял Теле2, еще надо Теле2 попробовать. Хода нет. Еще практически все номера смогу тоже заняты. Видно, что люди живут. Народу много, молодцы люди прям. Я вот смотрю, прям такие видно, что прям обычные семьи, обычными, с детьми 4-3. И выкраивают и время, и деньги, чтобы отдохнуть. Я вот смотрю на них и прям радуюсь, думаю, как хорошо. А мы только на старости лет смогли. И то только благодаря Ютубу. Все время все надо. Стройка, коровы, поросята.
Это ж капец, когда мы вот держали скотину, у нас все деньги только уходили на это, на то, чтобы купить сено корове и комбикорм свиньям. И курицам. Мы на эти деньги как раз бы могли бы и отдохнуть. А мы все, блин, покупали только для того, чтобы прокормить свою животину. Пытались по колхозному жить. Угу. За выпас заплати. Корова убежала, заплати. Корова в центре заплати. Погуляла, штраф заплати. Еще фотографию присылают, что она наша именно корова была. Короче, все. Надержались мы скотину. Это никуда не выехать, не вырваться, ничего. Это ж надо попробуй-ка уедь. У нас были бройлеры, куры, свиньи. А овец только не было. То и хотели овец еще завести. Благо мы мясо овечье не едим. Не, я вообще не могу. Мы вышли еще посмотреть. Хотим вечером пойти с Васей в кафешке посидеть. Вот посмотрим, сколько, со скольки тут работает. До скольки. До скольки, да. Вчера хотели сходить погулять. Выходим, ворота закрыты, нас не выпускают. Это 11 ночи было. 10:30 было. Ну, надо пораньше выйти завтра. И предупредить, что мы придем поздно. До последнего будем тут отдыхать. Из детей. Наверное, коптилка. Столовая около нас. Короче, мы спросили, это кафе работает до 12 ночи. Вот, значит, сегодня мы пойдем. Будем с Василием Владимировичем тусить. Вчера была милость нас от туса. Прошлись. Как детёв закрыли, не пустили нас никуда. А сегодня пустят хоть? Ай. Ну, предупредим сразу, чтобы ждали, когда мы придем. Все вообще. Купили продуктов немножко. Да, взяли. Набрали, а слушайте, ничего, вышло всего на 600 рублей. Ну, продукты взяли такие, чтобы вечером вдруг кто-то проголодает. Два часа ночи перекусили. Два часа ночи. Сочник взяли, булочки, сок детям. Вася доширак себе три пачечки взял на всякий случай. Вот такой у нас... Отдыхание, да? Дождик. Отдых, да, дождь идет. Я вообще вся на мокрую. Сейчас покушаем, пойдем купаться. А, нет. Чего? Нет, я не пойду. Там сейчас море штиль. Да. А на море теплый песок. Единственный. Наши дети пришли, нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Может, как моржи там. Одни дети только им пофиг, дождь ли, снег ли, купаются. Я пошла, у меня реально, ну, колени, блин, болят, страшно. А вот колени и надо лечить в воде. Ледяной? В теплой. Там же с подогревом. Да тут специально вырывают, чтобы можно было закрыть, поэтому так. Комарья налетает, конечно. Вчера ночью с Алинкой, ну, люблю уже спим. Слышал, около меня комар. Я говорю, Алина, где комар едет? А я еще это, ходила в прошлый раз к ней. Как она там? С таблеточкой это такой, пластиночкой. А вчера не ходила. Паучок! Там паук! Где? Дом. Это к деньгам. Где? Да не трогай, это к деньгам к моим. Значит, денежку получим.
Кстати, ютубовскую зарплату должны причислить, но у Васи с собой нету ни карты, ничего. Вот так вот. Зрители пишут, что Дарина всегда недовольна. Как-то так попадает. На самом деле она очень веселая и добрая, и нормальная девочка. Так уж попадает на видео. Вообще она очень веселая. Ну, реально так. Даже бывает чересчур. Ну, просто, видимо, как-то так получается, что вечно недовольная написано. Неправда это. Не верьте глазам своим, Дарина совершенно другой человек. Только вот ворчунья, это да. Вот все время ворчит. Что ты врешь, что показала мне. Томка, ты ворчунья у нас, а? Нет. Что, папка, кофе попьем? Что, конфеты все перетаскали, девчонки? Да, уже быстро, мы не знаем, есть ли. А, там 2-3 конфетки. Три конфетки вам как раз прям девицам. Погоди. Вот, что это. Это ну, хотите, сходите. Мороженое не хотят. Это, конфеты. Я Томку спросила. Она вчера не хотела покупать. Я хочу покупать. Так вы вчера покупали же мороженое. Ты чё? Мы каждый день в Ладожской покупаем, ну ничего. Ну, сейчас девочки к нам. Да, девчонки к нам в гости зашли. В гости. Ты достала. Это к деньгам, не трогайте паука. Это мой Гоша пусть будет. У меня паук в комнате, там только заехали в Ладожскую. Тёма, потихоньку. У меня был паук, я его звала Гоша, потом Гоша. Я нечаянно убила его. Ну. Убийца! Убийца ты! Я хочу деньги взять. Сейчас я дам тебе деньги. На улице солнышко. Девчонки убежали в бассейн, а мы с Васей на море пойдем. Ни в какое на море не хотят. Море холодное, мы не пойдем. Все убежали в бассейн. А я хочу попросить прощения у Ирины, которая приезжала к Насте в гости вчера. Конечно, Настя сразу разрешение спросила. Она говорит, мам, можно? К нам Ирина приедет, знакомая, хорошая, с детьми. Мы в бассейне покупаемся, шашлыки пожарим. Я сказала, где там можно голени взять. Но они покупали шашлыки. Говорит, очень хорошие в агрокомплексе, им очень понравились. И зашла я, конечно, почитала комментарии, это же ужас какой-то. И на детей, на Ирининых всяко-всяко, и на саму Ирину. Ну, на Настю-то с Димой, ладно, они там более-менее привычные к этому все. Я ей пишу, говорю, Настя, закрывай комментарии. Прям неудобно мне перед людьми, что вот приехали в гости, и такое там в комментариях началось. А то, что они там в бассейне купались... Так бассейн-то для чего предназначен-то? Для того, чтобы купаться в нем. Тем более... То есть в огороде стоял, да? Да, тем более, что мы сразу перед тем, как уезжать, мы говорили, что воду мы будем менять. Мне даже неудобно там немножко перед Ириной, что надо было заранее воду сменить. Поэтому у нас, что когда комментарии закрываются, это не мы закрываем, это YouTube закрывает. Но я попробовала открыть. Часа через два, через три, так они остались открыты. А так нет, это не мы закрываем комментарии. Но вот именно у Насти я попросила, я говорю, Насть, закрой. В общем, она закрыла. Вас подержи. Пойду, хочу поснимать. Женя говорит, научилась плавать. Пойду, попробую, сниму ее. А зачем тебе очки? Они что, тебе уверенности плавать придают, что ли, или что? А что, без очков ты не можешь плавать? Без очков плавать не можешь? Тогда легче нос запускать. Да не, я плюмара. Все, вы правильно. Нет. Здравствуйте. Привет. А вот, смотри. Ну, давай. Алина, следи за ней. О, правда, смотрите, доплыла. Мам, теперь смотри, мама, смотри. Мама, тебе не
Ну, ну давай еще сюда приплыви. Давай, начинаем. Ну видите, плывет, там ногами не встанешь. Ой-ой-ой, еле-еле. Все равно надо рядом быть. А? Ну, Сашенька, покажи, как ты. Не надо прыгать, доченьки. Ну давай, ты покажи, как ты плаваешь. Мы тут догонялки играем. Ага. Ну все, вода теплая? Да. Ну хорошо. Все, плавайте. Они тут и спасатель есть, и дежурная есть. Дежурный, да. И спасатель. И девчонки тут с ними. Пусть плавают. Тома такая. Мне кажется, Томе сними на рукавнике, она и так поплывет, а? Не надо пока. Ну, не надо, не надо. Ну все, отдыхайте, а мы пошли на море. Поплыли. Под водой? Да. Ой, сейчас спали.